Так, всем привет. Сегодня еще такой один ролик. Опять про кошек. Что-то я, в принципе, любитель собак. Что-то в последнее время вот все вот с кошками. То возил вот кошек на стерилизацию. И тут такая обстановка. Но вчера вот ролики я выставлял. Видели, что на Соборной площади бросили черную кошку. Несколько дней там мыкалась, кто-то ее кормил. И то есть вот люди многие сочувствовали. И тут получилось волей судеб, что как раз вот вчера ее забрали на платную передержку, получилось так, там, не благодаря мне, вообще люди все равно интересовались, людям как бы жалко. Сейчас я привез ее в клинику на анализы, потом, наверное, надо стерилизовать, и надо будет потом ее куда-нибудь пристраивать. Так что вот сегодня опять я вот с кошкой, сейчас вам ее покажу, ну и буду вам показывать там, что с ней, там будут делать. Сейчас пойду отнесу ее в эту, в клинику. Вон она. Кошка в переноске. Ее, наверное, так особо сейчас не видно. Ладно, сейчас постараюсь что-нибудь вам в клинику и принесу. Может, покажу ее во всей красе. Вот она сейчас в ветклинике. Куда? Вот она такая красавица. Так что, кто смотрит ролик, пишите. Может быть, вам такая кошечка домой как раз и нужна. Красивенькая. Такая красота. Тук-тук-тук-тук-тук. Ну прыгай со стола-то. Иди. Такая красавица. Так, все, процедуру сделали. Процедура была просто жесть. Кошка вся бедолага испугалась, вон она спряталась. Ладно, едем тогда обратно, на передержку. Так, ну процедуру мы все сделали, анализы мы все там взяли у нее. Теперь, надеемся, все нормально. Нет, так что-нибудь подлечим. Фотографии сейчас я вам размещу, вот этой кошки такие красивые. Мало ли, если кто ищет себе питомца, пожалуйста, не забывайте, что вот такая красота в данный момент нуждается в доме, в уюте, ласке. Чтобы было у нее все хорошо. Так что, ну и вам, соответственно, кошка классная. Я думаю, понравится. Так что пишите, мало ли вдруг вам понадобится. До свидания.